недели в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, гроза. Днем 19-21 с плюсом, ночью 12-14 выше 0. Северо-западный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, дождь с грозой, днем плюс 21, ночью плюс 14, северо-западный 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 17, ночью плюс 13. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и дождь с грозой. Днем плюс 17, ночью плюс 13. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.